Друзья, всем привет! С вами Санек. Ну что, продолжаем дальше пилить видосики. После прошлого, да, с канала отписалось, наверное, человек 300. Но не мне вам рассказывать, кто первым бежит с корабля. Поэтому капитан и его команда на месте. Погнали, посылочку распечатаем интересную. Так, пришла посылочка. Накладную отклеил. Вот в такой коробёхе. А сколько тут веса? 7 килограмм. Доставка 900 рублей. Сейчас открою. Так, вот такими скобами был сшитый коробёх. Коробёх. Это кусок строительной пены. Это даже не пенопласт, это просто пена. Так, и звездочки. Сейчас будем смотреть количество, точнее не количество, а зубяки, потому что заказывал 2 на 12 должны быть зубов. Что написано? Z12. Вот она. Z12, 12 зубов. Это на пробу. Попробовать вместо 13 зубов поставить на коробку 12 зубов. Вот эти должны быть 2 по 13. Что там в масле? Да, набито 13. 13 здесь, 13 здесь. Так, совпадает количество пока маленьких звезд. Большие тоже разных калибров. Должно быть 2 на 24 зуба. Две звезды. Две звезды. Это неудобно. Сейчас паузу поставлю. Так, распечатал. На дне, оказывается, лежало 4 листа в файле, мужики. Сопроводительные документы, счет, оплата, накладные, короче, такая вот лабуда. Нормально. Вот 2 на 24 зуба. Вот хочу их попробовать поставить с 12 зубовыми. Также понижение будет в 2 раза, как у меня делалось 13 26. Вот они, 26 зубов. Вот, 13-26. Вот так вот. А я хочу сделать 12 и 24. Ну, то есть уже звезда поменьше, как говорится, повыше от земли будет. Ну, соответственно, над карабасом она будет чуть-чуть пониже. Ну, не знаю, насколько это существенно. Вот, ставлю зуб на край. Вот уже буквально сантиметр выигрываю, да? То есть коробку уже можно будет поставить ближе к мосту, ниже. Здесь сантиметр, там сантиметр, уже 2 сантиметра. И 2 звезды на 28. Так сказать, вдруг придется как-то натягу сделать, да? Вот такая вот посылочка. Звезда вот на 26 зубов спокойно зажимается. 125 патрон. На 28 и уже даже на 27 зубов не зажмется. Все, что меньше, спокойно могу сам обрабатывать. Ну, если нужно будет, ну, отвезу токарю, проточит мне под флянец кардана. Размерчик дам, положу и буду готово. Как-то так. Нет проблем, а этим я могу уже сам заняться. Ну, все, что меньше, само собой. Вот такие вот дела. Так, ну что, друзья, первая звезда проточена. Специально снял флянчик с кардана, чтобы показать, а внутри не почистил. Ну ладно. Все, становится, нигде ничего. И просверлено там, где
нужно. Все, остается только прикрутить либо на редуктор, либо редуктор и карданы, да куда угодно. Это на 26 зубов. Сам процесс не снимал, потому что, ну, что там, стой да точи. Никаких проблем с этим нет. Заняло времени, ну, где-то примерно час. Может, кто-то скажет, долго. Поверьте, когда отдаешь звезды токарю, и он тебе говорит, приедь через неделю, будет готово, то час это ни о чем. Вот. Тем более я делал это первый раз. Теперь уже знаю все нюансы. И может даже дело будет побыстрее пойдет. Так. Теперь осталось поэкспериментировать с 12-зубовой. Есть у меня коробочка. Одна там такая в печальном состоянии. Сниму с нее вертолет, обрежу. Проточу его сначала, а потом прикину, стоит вообще ее протачивать или нет. Потому что на 13 знаю точно, становится. Цепи не мешает, ни сварка, ничего нигде не цепляется. А вот 12 не знаю. И, кстати, у меня есть еще 11 зубов, еще меньше. Ну, чисто ради эксперимента. Ну, посмотрим, если 12 влезет, замерим, чтобы цепь нигде не касалась. То будет, я думаю, шикардосик. Вот, как-то так. Вот, мужики, снял так называемый вертолет с коробки. Сейчас вот этот кожух собью, или как он там называется. Вот, ухи эти спиливаю и протачиваю. Я не знаю, насколько, но насколько-то протачиваю. Или на 30, или на 32, я точно уже не помню. Как я токарю говорил. Ну, сейчас, когда сниму это все дело, я уже сам увижу нужный мне размер. Все, мужики, вот так вот это дело обрезал. Это куда-нибудь пригодится еще. Сейчас ставлю станок и протачиваю, наверное, до вот этого диаметра. Ну, юбочку вот эту, где висела вот эта чашка, оставляю как ограничение. Ну, пока. Процесс показывать не буду. Что там, стоит это чи. Уже готовый результат. Посмотрим. Так, друзья, проточил на 12 зубов. С одной стороны снял фаску, с другой стороны не снимал. Проточил вертолет. Вот так это, надо резец поменять. Уже столько им переточил. Ну ничего. Оставил такую юбочку, я думаю, видно. Такая, чтобы упорная была. Вот этот размер, ну, чуть-чуть меньше, чем вот этот. Тут, в принципе, первый раз это делаю. Роли большой не играет. Вот. Вставляется это все дело вот так вот. Там тоже фаска для сварки. Заваривается, и на станке уже обработаю эту сварку. Даже не болгарочкой. Здесь вот упирается она. Вот. И цепь. Мужики, цепь, я вам скажу, вообще не достаю. Сейчас вот так попробую накинуть и показать. О, сколько еще места остается для цепи. Если аккуратненько сварочкой заварить, станком также ее обработать. Сейчас, наверное, проточу еще. Вот у меня есть на 11 зубьев звезда. Это из ранних партий, так сказать. Ну, что-то я думал, что ее будет маловато. Хотя вот еще место есть. Сейчас мы это дело поправим. Поставлю, проточу и примерю. Так, друзья. Проточил звездочку, также с одной стороны фасочка для сварки. Вот. Все это теперь выглядит вот так. Это на 11 зубов, я напомню. И на цепи сейчас посмотрим, как все это дело выглядит. Ух ты ж, неудобно одной рукой. Так, как бы на свет так стать. Во. Ну, тут понятно, заварится
зашлифуется. Ну а сзади, сейчас разверну, вот тоже для мест, место для сварки тоже остается. Проваривается, обрабатывается, и цепь вообще цепляться не будет. Было бы на 10 зубов, я бы, наверное, и ее проверил. Почему бы и нет? Но нету. Закажу в следующий раз еще на 10 зубьев и поэкспериментирую. Вот. Так что отлично получается. Не 13, вот, а 11 зубьев. То есть можно звездочку заказать еще меньше, на 22 зуба, она будет еще меньше. Также же я считаю понижение в 2 раза. В 2 раза. Стояло, точнее делал раньше 13-26. Сейчас на пробу взял 12-24 зуба. Понижение в 2 раза. То есть количество зубов, да. Ну и теперь можно будет заказать 11. Ну, 11 у меня есть, 2 звезды. 2 звезды на 22 зуба. То есть цепь вообще будет по надкарданам как бы идти. Места хватит. Это вот на 24. Вот. На 22 вообще будет замечательно. Понижение в 2 раза. Сейчас я поставлю на коробку. Вот это. Вваривать пока не буду. Посмотрим, насколько она будет торчать над коробкой. Чисто для интересно самому. Так, ну, поставил на коробку. Все, это 11 зубьев, напомню, мужики. Гаечки мешать никак не будет затягиваться. Вот, сейчас она не вваренная. Здесь, само собой, не достает. И практически вровень с коробехой. Было бы на 10 зубов, проверил бы. И десяточку. Может, даже б, и вообще получилось классняк. Как бы показать, вот не верх цепи, а вот внутряночка, как бы показать, вот он уже корпус, то есть она торчит ровно вот выше корпуса, ровно вот на вот это расстояние, тут миллиметра 3, может быть максимум 4, вот это низ вообще не выпирает за коробеху, то есть соответственно коробка становится ниже, занижается центр тяжести. Кусторез, ну я их так называю, звезды, да, можно поставить поменьше. Соответственно, поднимется звезда выше от земли. Вот и все. И понижение будет также в 2 раза. Вот. Токарю на пальцах не объяснишь, а когда сам, кстати, фонарик этот повесил сюда вот, в одну из подходящих, вообще подошел четко, как будто место для него можно вырубать. И компактно получается. Вот. Как-то так, мужики. Отличный вариант. На этом, мужики, в принципе, видос можно и закончить. Вот так, для информации. Не обязательно ставить большие звезды на коробку. Прекрасно становится 11 зубов. Вот. При этом цепь не выпирает, не торчит, не будет там цепляться там за обувь и все остальное. Да? Можно даже и защиту не делать. Все получается компактно. Будет возможность, конечно, проверю еще на 10 зубах, но у меня ее пока нет. Вот. Ссылки на сайт оставлять не буду, где я их заказывал. У меня с ними нет никаких договоренностей по их продвижению, по их рекламе. Поэтому ищите сами, друзья. И мне никто не подсказывал. Я все заказываю на свой страх и риск. Поэтому никаких ссылок оставлять не буду. Названий сайта тем более. Вот. Как-то так. Все, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.